Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет обзор японской электрической зубной щетки. Мне прислали на обзор японские электрические зубные щетки Хапика. Я очень довольна. Выглядят они вот так. Одна женская, одна мужская. Ну, естественно, я заказала одну себе, одну своему супругу, чтобы мы вдвоем ими пользовались. Хочу вас немного с ними ознакомить, как они работают, что они из себя представляют и так далее. Первое, что хочется отметить, это то, что несмотря на то, что производитель этих щеток Япония, они изготавливаются полностью в Японии, но доставка, если вы будете заказывать эти щетки, вам будет производиться из России. Это очень удобно, так как вам не нужно будет ждать долгий период времени саму доставку. Это просто классно. А мне доставка была из города Москва, и пришли они достаточно в короткие сроки. Это уже радует. Итак, как они выглядят? Изначально они были вот в таких вот упаковочках, что также хочется отметить, что на обратной стороне этих упаковок есть перевод на русский язык. Это тоже просто классно. Конечно, основа упаковки идет полностью на японском языке, но сверху на эту основу наклеена наклеечка с русским переводом. Это очень удобно. Итак, что же нам говорит наша упаковка? Это электрическая звуковая ионная зубная щетка с футляром. Чистит без зубной пасты. Средняя жесткость, цвет корпуса розовый. Также я заказала в голубом. Сделано в Японии. Гарантия на электрическую зубную щетку составляет 12 месяцев с даты покупки, без срока годности. Дата производства — ноябрь 2019 год. И также здесь указано, что изготовлено она в Токио, в Японии, указан адрес. Итак, с упаковочками мы разобрались, теперь поговорим о самих щетках. В их интернет-магазине предоставлен достаточно широкий ассортимент электрических щеток. Если вы пройдете по ссылочке, которую я вам обязательно оставлю внизу под описанием этого видео, а также обязательно закреплю в комментариях под этим видео, вы увидите, что на этом сайте предоставлено 6 насадок на эти электрические щетки. То есть щетки разные, есть детские, есть взрослые, есть щетки, предназначенные для чистки зубов с брекетами, есть щетки для чувствительных зубов и так далее, и так далее, и так далее. То есть пройдите, посмотрите, ассортимент достаточно большой, и думаю, что каждый из вас подберет именно ту щетку, которая непосредственно будет удобна для вашей полости рта. Лично я из всего ассортимента выбрала вот такие вот щетки. Мне понравилось, во-первых, что они идут как дуэтом, то есть, как вы можете наблюдать, розовое и синее — это как раз для мужа и жены. Блин, классно! Плюс у этих щеток предоставлены вот такие вот футлярчики. Это тоже очень удобно, особенно для нашей семьи. Как вы знаете, во-первых, у моего мужа очень часто выездные командировки, и, конечно, очень удобно брать электрическую щетку с собой, когда к ней прилагается дорожный футлярчик. Ну и, во-вторых, как вы все знаете, мы ездим в отпуск как минимум 2 раза в год, и, находясь в поездках, тоже очень удобно брать эти щетки с собой. Далее, что мне понравилось в этих щетках? Ну, во-первых, эти щетки, они очень-очень легкие. Обычно, когда вы берете электрическую зубную щетку, она достаточно тяжелая, и, естественно, за счет этого не очень удобная в эксплуатации. Японская щетка Хапика очень легкая. В этой щетке сочетается японское качество и лаконичный дизайн. Она очень проста, в ней нет никаких дополнительных функций, дополнительных кнопок, режимов и так далее, что в принципе не так-то уж и нужно. Включается эта щетка при помощи вот такой вот кнопочки, которая находится внизу щетки. И вот, включив ее, вы можете, я думаю, вы слышите, как она начала работать. Также одним вот таким вот движением эта щетка отключается. Очень удобно, очень просто, справится даже ребенок. Также хочется отметить, что пластик, который используют для производства этой щетки, он гипоаллергенный. Щетка эта работает от батарейки. Батарейка находится внутри. Когда вы купите эту щетку, то батарейка уже идет в комплекте. Вам ее не надо покупать, но в дальнейшем, конечно, просто меняете батарейку. Самая обычная батареечка
Очень просто. Это, опять же, хочется сказать, что это очень удобно, что она работает не от зарядного устройства, а именно от батарейки. Так как, во-первых, зарядное устройство — это дополнительный какой-то агрегат, который нужно, если вдруг, опять же, вам надо в поездку упаковывать что-то дополнительное с собой. А как вы знаете, в чемодане места всегда, ну, прям катастрофически не хватает. И когда ты понимаешь, что тебе еще надо этот провод взять с собой, ну, это катастрофа. А здесь очень удобно, что батарейка. Во-вторых, конечно же, нельзя не отметить то, что, знаете, у обычной щетки, допустим, если вдруг она села, которая работает от зарядного устройства во время чистки зубов, то это, как бы, так скажем, неприятный момент. И вы будете вынуждены прервать свою чистку зубов, поставить ее на зарядку, подождать какое-то количество времени, я не знаю, 20 минут, возможно, 25, и только потом продолжить чистку зубов. Здесь же батарейка. Если вдруг она у вас села, вы просто ее достали, вставили новую, но это занимает, я не знаю, 30 секунд, и продолжили чистку своих зубов. Это очень удобно, особенно в том случае, если вы встали утром на работу, и времени на сборы у вас достаточно ограниченное, у вас нету лишних 25-30 минут в ожидании, когда же эта щетка зарядится. Это просто классно. Ну, а теперь хочется рассказать более подробно, что же такое звуковая ионная щетка. Щетка Хапика относится к электрическим звуковым ионным щеткам. Что это значит? Звуковая щетка – это та, которая при своем включении делает вибрирующее движение, за счет чего она счищает зубной налет. А ионная – это значит, что из этой щетки выделяются негативно заряженные ионы, которые связываются с молекулами налета и оттягивают его от поверхности зуба, то есть ослабляют налет. Производители щетки Хапика запатентовали свою особую методику, которая называется Хаписоник. По этой методике основная роль отдается именно ионному процессу. То есть сначала при активации щетки и контакте ее со слюной, ротовой жидкостью, высвобождаются негативно заряженные частицы. Они ослабляют налет, который находится на поверхности зуба. И потом вибрирующими движениями щетка механически снимает данный налет, уже очень легко и просто. Откуда же у щетки вырабатываются вот эти волшебные ионы? Здесь все заключается в щетинках. Щетинки щетки Хапика сделаны из природной керамики. Это особый материал, который добывается только в Японии. Поэтому производители начали делать из него щетиночки для щетки. У керамики, в принципе, от природы очень много положительных свойств. Одно из них – это антибактериальный эффект. Есть клинические исследования, которые показывают, что на щетинках щетки Хапика меньше накапливается бактерий по сравнению с другими синтетическими щетками. Также она термоустойчива, износостойкая, и самое главное – это ионы, которые выделяются при контакте с водой. То есть при ее использовании ионы выделяются и начинают влиять на бактерии, которые находятся на зубном налете. Итак, подведем итоги, что хочется отметить кратко. У щеток Хапика есть 6 разных насадок, благодаря которым вы сможете подобрать именно ту щетку, которая подойдет для ваших зубов. Пластик для этих щеток используется гипоаллергенный. Это сочетание приятной цены и очень высокого качества за счет ионного эффекта. Широкий выбор насадок, который обеспечивает индивидуальный подход к выбору щетки. Вы знаете, ну и самое последнее, что вот хочется сказать, но я даже побаиваюсь это сказать, потому что вы скажете: «Ой, Люб, ты специально так говоришь». На самом деле этого нету, но я все же это озвучу. Эти щетки я получила 4 дня назад. Естественно, на протяжении этих 4 дней я использовала при чистке зубов эту электрическую ионную щетку. И мне кажется, что мои зубы стали значительно белее, просто спустя 4 дня ее использования. Я не знаю, может быть, это лично мне, и только мне так кажется. Но я вот смотрю в зеркало, и я вижу, что до ее применения мои зубы были значительно желтее. Сейчас вот, ну, я попользовалась всего лишь 4 дня, но я уже вижу эффект. Она действительно помогает отбелить зубы. Чистка такой ионной щеткой происходит значительно качественней, чем обычной щеткой. Это я точно могу уже отметить, хотя попользовалась я такой щеткой всего лишь 4 дня. В общем, всех, кого заинтересовали такие щетки, ссылочки я обязательно оставлю. Переходите, смотрите. Может быть, и вы подберете для себя такую чудо-помощницу, благодаря которой вам захочется улыбаться чаще и шире. Всем приятных покупок!